Neues Lager. Мы стоим на месте, где было здание караульной службы войсковой части строителей. Второе апреля 2023 года. Вот виден фундамент. Мы стоим вот как раз вот на основе этого здания. Пол был. Вот. Кафельный. Вокруг строительный мусор, который сюда свозится. С территории, например, там, где ломается здание прачечной. Вот здесь был вход. Вот тут где-то был вход. Да, вот здесь крыльцо. А тут вот где дерево это интересно, которое пропадает на... Вот вход видно. Это был тут вход, крыльцо. Вот. Вот здесь был пожарный щит. Прямо за деревом, которое пропало на корню. Столярный цех или же столярка. Слева и справа были здания складов. Центральные материальные склады. Нет, давно. Техника, это которая тут строители работают. Вот нет уже этого здания. Зато у нас есть. Есть у нас фото, видео. Мы можем посмотреть. Уже не посмотрим. Поскольку его уже нет. Это все мусор. Строительные останки. Останки объекта, который называется, называлась прачечная. Здесь был то ли гараж небольшой, то ли что. Тоже вот только осталось основание. Но это прачечная, которая новая. Вот прямо здание. Вот здесь были склады. В том числе холодильники большие. Мы захватили еще фотографии. У нас есть всех объектов перед сносом. ЖД-линии проходили. Холодильники большие, склады. Территория входит в состав заповедника. Это природоохранная зона. И вот так мы прямо за, как раз за этими контейнерами, это кузова, мы бы видели уже трубу котельной, которая оставалась не сломана, сейчас ее уже нет. Мы туда тоже подъедем. Или подойдем. Это все железяки с этих объектов. Ну и здесь все расчищается вот напротив. Какие объекты были, тоже уже не существует. А прямо вот эта труба, это труба. Труба хлебзавода, котельная хлебзавода. Вот какая площадка тут получается. Не помню, сказал я дату, не сказал. 2 апреля. Вот таким вот видно кусочек стены. Вот это было. Так было отделано эта столярка. Вот и такими же панелями были. Было построено пятиэтажное здание. Там где. Рядом
созданием штаба войсковой части 60606. Да. Там что делано? Так, если можно грубо сориентироваться. Да, мы здесь на велосипеде. Туда идти далековато, мы проедем туда. Котельный. Извините, не котельный, прачечный. А тут следы животных. Да, пасмурно сегодня. Всю ночь был дождь. Дождь начался вчерашним днем после обеденного времени. Вот видно лужицы небольшие. Сейчас дождя нет. Как, впрочем, нет и тепла. 5 градусов тепла. Дождя мы не ожидаем сегодня. Поехали. Прачечный проедем. Вот тут хорошо лужи видны. Надо тут проехать. Да, проехали. Прачечная новая. И вот здесь как раз было здание старой прачечной. Котельно было. А туда на выезд. Вдоль хлебзавода, туда на выезд на КПП. Вот мы куда заехали. О, какой ветер сильный. Вот здесь была труба котельной. Уже нет. Мы едем по основанию здания. Строительный мусор. Деревянный. Сортируется сразу. Останки строительные. Сильный ветер. Котельная новая, которая с правой стороны от котельной туда расположение автопарка войсковой части 84565. Если не ошибаюсь. Это боксы. Не так давно мы были здесь. Вот нет уже. Да, убирается сразу. Вот уберется. Вот видно кафель. Вот. Что был. Это был пол. Прачечный сюда. На котельную. Да, ветер, я уже говорил. Похолодало. Ночью ожидается сегодня в ночь. Да минус температура. А минус небольшой, но он будет. По прогнозу. Вот такая весна. Хотя было тепло. Тепло уже было, до 18 доходило. Цветет много деревьев и кустарников. Вот здесь было ГСМ, вот тут сразу небольшое. Заправочная станция, что-то такое. Там видно было, колонки стояли. Тут мы ставим велосипед. Подойдем сюда немножко. Ух ты, туда же. Это уголь. Это рекорд. Вот он.
И вот мы перешагнули. Тут были ворота. Навесы сохранились. И это уже территория школы поваров. Вот я говорил, здесь заправочная станция, вот здесь. Объекты. Это относилось уже к школе поваров. Все, все объекты. Здесь и был спортзал, клуб, воды. Вот текст, который мы часто встречаем здесь. Берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины. Владимир Ильич Ленин. Вот распустилась уже полностью магония. Вот какая. У солнца появилось. Ненадолго. Ну, посмотрели, имеем представление и завершаем видео. Всем всего доброго, до свидания. Мы дальше поедем. Вот с этого ракурса на праздничную. И уезжаем. Здесь нет ветра, затишки. Там ветер. До свидания.